В большой семье «Роснефть» пополнение. 35 молодых специалистов Новокуйбышевского НПЗ посвятили в нефтепереработчики. Основная часть новобранцев пришла в нефтянку со студенческой скамьи. За плечами учеба в лучших университетах страны. Впереди возможность применить знания на практике. Чего ждут в компании от молодых специалистов, узнала Алена Алешина. Еще вчера беззаботные студенты, сегодня работники крупного нефтеперерабатывающего предприятия. Вопрос, куда идти после вуза, для Ильи Дорофеева, кстати, родом с Ямала, не стоял. В династии нефтяников выбор пал на Новокуйбышевский НПЗ, входящий в пятерку лучших в Роснефти. Достойный старт для карьеры, говорит новоспеченный инженер. Мы становимся частью единой большой дружной семьи. Я вот, к примеру, с самого детства всегда мечтал посвятить свою жизнь нефти, газодобычи, переработки и транспортировки. И моя мечта сейчас становится на один шаг ближе. У новобранцев большие перспективы, отмечают на заводе. Ведь здесь своими руками можно потрогать будущее нефтепереработки. Таких установок нет в России и даже в Европе. Мы гордимся, что молодые специалисты, которые настроены на успешную карьеру, выбирают наш завод. Потому что здесь у них есть реальные перспективы, и традиции, которые созданы на предприятии, позволят им быть высокопрофессиональными и успешными в жизни. 35 молодых специалистов вливаются в большую семью «Роснефть». Чтобы занять достойное место в ней, главное не быть пассивным и равнодушным. Тогда впереди карьерный рост и успех. Глядя в эти молодые лица профессиональных людей, которые уже прошли высшее образование и сейчас по профилю пришли на производство развивать и производство себя, я испытываю очень большое удовлетворение от того, что и развиваются люди, развивается предприятие, развивается отрасль и развивается прекрасный город Новокуйбышев. Для тех, кто только в начале трудового пути, наказ генерального директора и символичное помазание нефтью. Алена Алешина, Вячеслав Потоцкий. Новости губернии. Новокуйбышевск.